Вопрос к административному ответчику Лубнину. Данное кадастро поддерживаете или нет? Ваше мнение? Нет, не поддерживаю. Не поддерживаете. Вопрос представителю нашего муниципального управления. Возражаете против введения видеосъемки в данном судебном заседании. Еще. 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 Еще немножко. Вот это меня устраивает. Лубнин Иван Николаевич, да? Пожалуйста, назовитесь полностью дату рождения. Лубнин Иван Николаевич, 7 августа 94 года рождения. Так, место службы, как должностное вы лицо участвуете, и должность? Отдел полиции, 19 дежурная часть, помощник оперативного дежурного. Отдел полиции, межмуниципальное управление, да? Да. Российская действия. Хорошо, присаживайтесь. Так, и представитель межмуниципального управления, да? Николай Славов, Тюрин, действие по доверенности. Представлено служебное удостоверение, доверенность, диплом на высшем юридическом образовании, свидетельство о заключении брака. То есть у вас перемена фамилии, да? Точно. Присаживайтесь. Так, поскольку мы уже установили, что присутствует, Денис Владимирович, хочу сразу задать вопрос, штативчик установили с камерой. Производите видеосъемку? Никак нет. Ну тогда, пожалуйста, уберите телефон. Производим аудиозапись, что не запрещено. Ну, аудиозапись вам может и суд предоставить. Пожалуйста, уберите телефон. На каком основании можно узнать? Я вам сказал, что я вам запрещаю. Запрещаете что? Съемку. Вы не имеете права запрещать съемку. Я вам имею право запрещать съемку. Не имеете права запрещать съемку, поскольку ходатайство такого еще не рассматривалось. Дополнительно разъяснить о том, что вы обязаны исполнять требования суда. Вы отказываетесь, да, выполнить требования суда? Требования в чем заключаются? Я вас попросил убрать смартфон и производить видеосъемку. Я не произвожу видеосъемку. Вы хотите, чтобы я в этом убедился? Пожалуйста. В таком случае, пожалуйста, направьте смартфон на себя. Сейчас, пожалуйста, разверните камеру. Куда разверните? Поверните ее на себя. Вы поняли, о чем я прошу? Еще. Можно еще? Еще. 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 Еще немножко. Вот это меня устраивает. Себя. Пожалуйста. Да, у меня заявление об отводе по новым основаниям, поскольку в начале судебного заседания суд так и не прекратил нарушать федеральный закон, а также конституционные права граждан ограничивал, а именно ограничил неотъемлемое право, представленное статьей 29 Конституции, получать информацию любым способом. И, соответственно, это является обстоятельством, которое подвергает сомнению беспристрастности и объективности судьи. Как указывалось ранее, я оставил за собой право в случае нарушения федерального закона, а тем не менее, тем более Конституции, заявлять отвод, заявляют вот по тому основанию, что суд запрещал собирать информацию путем запрещения вести видеосъемку. Все у вас, да? Пока да. Так. По видеосъемке давайте все-таки определимся. Давайте сначала по отводу определимся.
Извините. Извиняюсь. Если хотите вести видеосъемку, соответственно, наверное, вы должны к суду обратиться в этой связи. Нет, не должен. Я должны? Хотел бы уточнить, что конституционное право является неотъемлемым, обращаться по нему я никому не обязан. Извините, я только что зачитывал очень подробно правила поведения. Тогда прошу разъяснить. Вы меня не прерывайте, пожалуйста. Тогда я прошу разъяснить. Вы, пожалуйста, уважительно. Вы уважительно относитесь к участникам. Я вас слушаю, а вы не желаете слушать ни суд, ни окружающих вокруг вас. Давайте. Поэтому вернемся к самому началу.